Здравствуйте, ребятушки. Короче говоря, сначала предисловие будет, значит, а потом уже про тот секрет, как можно выжать максимум сока из винограда. Короче говоря, ребята, у нас с каждым днем все разнообразнее стол становится. Осень в разгаре, зима в разгаре. Уже было вчера ночью 3-4 минус, 3-4 минус. Всех поздравляю, ребята, потому что сегодня начинается в Грузии основное выкапательство, значит, этих саженцев винограда, ребятушки, понимаете, да? Всегда ждем первых морозов, чтобы на следующий день начать выкопание саженцев винограда и начинать продавание, короче. У нас, ребятушки, имеется коньячный спирт. Я в тот день цинцанакари допил все-таки. Помните, да, говорю, что годы я его пью. Это, то есть, у нас коньячный спирт, ребята, то, что я из вина гнал. Сейчас в комнате около 8 градусов. Утром, естественно, тут было 0. Сейчас чуть-чуть потеплело. Число, извиняюсь, не помню. Вот когда увидите видео, то значит такое число. Ребята, у нас, значит, имеется мята. Вот смотрите. Мята в дырочках, ребятушки, да? Значит, жучки-паучки его кушают. Видите, да, как обшарпанный он. Значит, можно его кушать. А это, ребята, тот самый великан, который я очень многим за это самовал. Понимаете, да, ребята? Тот самый великан, вот, остался, ну, висеть себе. Это, естественно, самый маленький гроздь, ребята. Он может до килограмма грозди давать, смотря как за ним ухаживать и т.д. и т.п. короче. Это у нас обычный королек, откушенный уже за это самовал, естественно. Утром за это самовал, весь день свободный, хоть работай, хоть не работай, короче. Ну все, я сейчас камеру устанавливаю, ребята, предисловие будет, и потом уже покажу и т.д. и т.п. И некоторых, естественно, новичков научу, как выжать с винограда максимум сока. Камеру поверх вот так поворачиваем, чтобы не за это самовали уже, но под звук вот этого действия, ребята, под звук шум волны, естественно, будет произноситься тост, ребятушки. Значит, ребята, естественно, первый тост, ребята, в Грузии у нас произносят за Всевышнего, ребята. Ну, у меня сейчас, естественно, нетрадиционный стол, ребята. И я сейчас произношу то же самое все равно. И потом уже за мир во всем мире. Это у нас второй тост, как бы, по очереди после Всевышнего. Поняли, да, ребята? Упали к пару здесь. Каратый год, магратый год. Чтобы, ребята, мы все под Богом ходили. И так все под Богом ходим. Чтобы Всевышний нас оберегал от косячных мыслей и т.д. и т.п. Ну, пчелку, как Ленин, за это самовал. И вперед. Что выбрать? Сначала мятой. Звук первого поцелуя вместе с запахом перемешались. Интересно то, что я после вируса все равно все чувствую. Но он у меня через неделю вернулся. И, естественно, ребята, таким виноградом. Еще вспомнили кадр в фильме, когда заходит тот человек в кавказской пленнице. Такой, ха-ха-ха-ха. На подносе, ребятушки, помните, да? Шляп, шляп, СМИ, да?
И на ушах у него цветы, по-моему, висели после. Как будто пчели сидели на нем и качали это нектар туда. Вот так вот. Ну что, ребятушки? Как играет музыка? И в бездна уходишь. Я бы всегда слушал вот эту музыку и засыпал бы так и считал бы капли. Ну, это другая тема. Ребята, это мой ноу-хау, когда в нем градусник плавает. Ну, естественно, этот градусник, ребята, как сказал бы главный самогонщик Краснодара, Максим, можно узнать глубину асфальта. Максим, привет, Геннадий. Всем краснодарским самогонщикам всем привет. Наливаем второй, ребята. Что-то он это сильно... Утром вышел, значит, и увидел такую картину, короче. Ну, потом догадаетесь, если время хватит. Ну, я постараюсь 15 минут уложиться, ребята. Потом надо переодеться, в огород идти. И за саженцами присмотреть надо. И, короче, ну, дела одним словом, пока вот солнышко светит и Всевышний нас ласкает солнцем, надо делом заниматься. А лафетник за 5 копеек, ребятушки, никуда от нас не денется. Вот как-то так вот. Ну что, ребята, второй тост, естественно, за мир во всем мире. Чтобы всегда, везде нас преследовал мир. За мир во всем мире. Ваша. Ура! Вот такие вот пироги. Я вот после покажу. Ах, чем-то нашли. А вот этот звук, ра, вот этот звук. Под этим звуком хоть и смерть не страшна. Может, завещать такое, что мне включили потом вот этот звук. За мир во всем мире, ребята. Усопшие, ребята, значит, требуют, ну, естественно, скажем, ребята. Но на усопших нельзя останавливаться, ребята, надо потом еще что-то сказать. Сейчас посмотрю на секундомер и за это самую. Так, секундомер показывает 0.08.53. Наверное, успеем. Ребята, Царство Небесное, ребятушки, нашим усопшим, земля пухом. Не будем сейчас перечислять, ребята. У всех есть. Слюны никто не падал, ребята. Царствие Небесное. Земля пухом, нашим усопшим. Ну что, ребятушки, сейчас начну рассказ. И вы обо всем сами, естественно, догадаетесь.
10 минут прошли, ребята, и, естественно, у нас видео оборвалось. Короче говоря, утром прихожу, ну, настроился работать туда-сюда в огороде, и такую картину смотрю, ребята. Помните, которая у меня пюре оставалась? 6, почти 7 бутылей, ребята. И я наблюдаю вот такую картину, ребята. Вот смотрите. Видите, да? Естественно, я сразу за шлангом бегу ополаскивать. И с них за это самого, ребята, вино. Получилось. 20-литровое, ну, естественно, там без хряпа не получилось, ребята, хряпал, короче. И сверху написал «Алдастур плюс букет», что еще? «Смизги», да, написано. «На реви» это, то есть, все вместе, короче. У меня-то тут и букет. И одноименный сорт. Короче, ну, этот не успел, потому что не поместилось. Все остальные, ребята, кого вот 4 не хватает бутыля, да? Куда я их подевал, ребята? Я вам признаюсь, чтобы греха на душе не таить, что у меня, ребята, я смог бы его, естественно, перегнать на чачу, ребята. Чача бы получилась аж бегомовская, я вам скажу, ребята. Но давайте не будем таить греха на душе, ребята. Ра. Каждый человек, то, что старается сделать, во-первых, это его хобби, во-вторых, это его хлеб и т.д. и т.п. Так, чтобы хлеб кушать минимум с красной корочкой, ребята, надо стараться так, чтобы его заполучить своим трудом. То есть я решил, ребята, что лучше чачи делать вино. Потому что, ребятушки, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день, на наши дни, ребята, у каждого второго, если у каждого третьего есть дома вот такой вот самогонный аппарат. Ну, у меня, естественно, он на 200 литров, а у людей хотя бы на 10, на 20 литров в доме стоит, понимаете, да, ребята? И, то есть, что я могу сказать, что моя чача, так сказать, очень мало востребована. Поэтому, а вино, пожалуйста, вино больше заказывают, ребятушки, чем чачу. Вот потому я решил таким делом заняться. Но, естественно, ценовая категория будет другая. Другая будет ценовая категория, раз таким путем заполучали вино. Сейчас вы обо всем догадаетесь. То есть, и чтобы, так сказать, понять смысл названия этого видео. Как можно получить из винограда максимум сока без пресса, без фигеса, без фитнеса, ребята. Без всяких штанг. Поняли, да, ребята? То есть, вот такую жидкость заливаем. То есть мизгу в то, что я вам покажу сейчас. И получаем вот такой вот продукт. Но это будет другая ценовая категория. Это, естественно, будет другая ценовая категория. Это другая. И те другие ценовые категории. Ну что, ребята, приготовились? Конструкция нанотехнология по-грузински представляет. Да-ра-ра-рам. Слушаем нанотехнологию, ребята. Я его сам присандалил сюда. Все ржавое, все. Но звук первозданный. Вот такая простая конструкция, ребята. Но это нанотехнология, ребята.
Это еще было у меня в прошлых годах, ребятушки. Но почему-то у меня же прибивающий склероз. Склероз у меня все прибивает. То отбивает, то прибивает. И сказал, почему же не сделать, бичу? Давно зачем это? Добро, зачем пропадать даром? Если можно вот так сделать, бичу, а? Ты мне скажи, пожалуйста. Но если она за это время, пока она за это самуется и будет так исцеляться, естественно, это мой минус. Это мой минус, и не будет никакой ценовой категории. Но я думаю, что при таком холоде, при такой холоде, он очень незначительно будет окисляться. Так что это на вкус не подействует, как вот этот звук действует на нас сейчас, в данный момент. Поняли, да, ребята? Вот нанотехнология. Нанодедовская технология. Ну что, ребятушки, по-моему, уже выходим в конец этого дня. Мне сейчас надо переодеться, пойти в огород покрутиться, повертеться. Это, естественно, сейчас будет тряпкой за это самоваться. Но это не от кислорода, чтобы мошки туда не падали. Понимаете, да? Ну, неприятно, когда мошки туда падают. Вот как-то так вот. Сахварли сапла в свецебри, веру на хедакар гулико, гуламов скнили стироди. Сада харчемо сулико. Вот такие пироги, ребята. Ну что, как сказал, долго останавливаться на достигнутом нельзя, ребята. То есть, когда за усопших говоришь, ребята, долго не надо останавливаться. О. Естественно, сейчас погашу свой двухмостный. Извиняюсь. Иногда бывает, я тоже живой человек, я тоже так же кашляю, как другие человеки кашляют. Ну что, ребятушки, сейчас выпьем. Естественно, ребята, после усопших я вот уже по чуть-чуть заливаю, чтобы не лить там, где пить. То есть, ребятушки, после усопших всегда у нас говорится за продолжение жизни, ребята. За цветочки жизни, ребята. Я вас всех прошу, левой рукой не пейте, пожалуйста. Вот левой рукой не пейте, ребята. Кто левша, кто правша и т.д. и т.п. все равно. Старайтесь пить правой рукой. Старайтесь стаканы налили, правой рукой другу подавать стаканы, ребята. Потому что мы за правое. Правое за нами, победа за нами. Вот так вот. Наше дело правое. Мы все сделаем. Ну что, ребятушки? Естественно, за продолжение жизни, ребята, когда нас не станет, пускай наши дети, наши родственники, наши правнуки, наши пра-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 внуки про нас вспоминают. То, что мы, то, что они сегодня имеют, мы им сохранили. За продолжение жизни, ребята, и т.д. и т.п. короче. А музыка играет. Дарарарарарирам, дарарирам, дарарарам, дарарам. Сейчас уже через некоторое время Татьяна Буланова заскочит на сцену. Торолайнер приземлился, город здравствуй не сказал. Ой, Таня Буланова.
обожаю тебя, да, без слов обожаю. Ребята, короче, пожелаем нашим детям, нашему будущему. Что за безобразие, как так можно? Во время теста вот этот Samsung A52 заключает видео. Как это так можно? Вы что, Samsung? Чайнатаун, чао-чао-чао. Да что-то чуть-чуть подумайте своими головами. Ребята, то есть пили, ребята, и пьем за будущее, ребятушки, за продолжение жизни. Я вам одно скажу. Вот мне не нравится, когда говорят, пожелаем детям необрачное небо. Вот. Я врагу такое не пожелаю, видео. Как в необрачном небе можно жить вообще? А? Как так? Что, постоянно в кепке, постоянно в этом что ли ходить, блин? Все надо в мере возможности, ребята. Вот я вам скажу сейчас. Почему такая геополитика у Грузии? Потому что Грузия это кусок, это часть того, то, что Бог в свое время для себя оставлял. Но когда грузин проспал то время, когда Бог раздавал земли, и он проспал, почему, ребята? Потому что всю ночь он, когда дробил виноград, квеври, когда опускал виноград, виноградный сок, Бог солнца этот виноград, когда за это самого квеври, он всю ночь не спал, потому что в тот день, когда в квеври дробишь виноград и сок туда опускаешь со всеми делами, надо всю ночь, возможно, каждые полчаса, возможно, через час, возможно, через два, придется ее перемешивать. Это первую ночь так. Он проспал, ребята. Тем более, естественно, когда он в квеври вино ставил, естественно, под этим делом он... Как так, Витю, за Всевышнего не сказать, когда ты такое доброе дело делаешь за всех, понимаешь, да? Ты же грузинка, так сказать, это ты ответственный момент делаешь. Он проспал. Все пришли туда. Всем земли он раздал. Узбекам, таджикам, югославам, украинцам, русским, кого еще пропустил? 15 республик, где там? Не всех я помню, короче. Ну, всем, короче, земли раздал. Грузин пришел такой сонный. Он говорит, Бог говорит, короче, грузину, что? Извини, генацуале, но для тебя уже земли не осталось. Понимаете ли, да? Но, говорит, я, говорит, знаю, что ты за хорошим делом следил. Потому проспал такой торжественный момент. Так что, говорит, у меня, говорит, для тебя есть такое место, которое я для себя хотел. Но я его тебе дам. И он дал именно Грузию. Грузину, понимаете, да? Вот поэтому, наверное, ребятушки, не обессудьте, естественно, строго. Поэтому, наверное, с тех времен еще, до Христа, наверное, еще, на нас все время нападают. С нас хотят кусок оторвать, с нас хотят откусить с нас хотят, наконец-то. Вот, понимаете, да? Наверное, это из-за этого, что у нас геополитика такая. И с чего я начал разговор? Потому что у нас все 4 сезона по 3 месяца. Хочешь, не хочешь, так оно и есть. Весна, лето, осень, зима, понимаете, да? Все 4 месяца играют у нас. Наверное, потому, ребята, так что... Ну, Господи, меня извини, естественно... То, что
мы не в состоянии, естественно, отстоять то, что ты нам дал, вы нам дали, так сказать. Ну, так оно происходит сегодня, что я сильнее, ты дурак, и т.д. да и т.п. короче. Но все равно, когда-нибудь да все в свое русло станет, все преобразуется. Ну все, ребята, за продолжение жизни, чтобы наши корни хотя бы жили целостной Грузии, чтобы Грузия наконец-то была единой, чтобы никто куски от нас не откусывал, и чтобы... Понял, да, ребята? Ну, я в политику не лезу, естественно, но хочешь, не хочешь, правда одна, правда одна. Все, две правды не бывает. Наше дело правое, за победу, ребята, и т.д. и т.п. Ну все, давайте, пока-пока, короче, и т.д. и т.п. За продолжение жизни я пью. Чтобы у детей было и облачное небо, и безоблачное, и со снегом, чтобы было небо, и с морозами, и с солнцами, и с первыми поцелуями неба, и т.д. и т.п. И звездочное небо, и пляжное небо, всякое небо, что было у наших детей, короче, все. И т.д. и т.п. Тхэнгэнацуали. Если я что-нибудь неправду говорю, в комментариях прошу написать. Ра. Но я неправду, по-моему, не сказал ничего. Хотя я, естественно, под этим делом, под Богом Солнца. Это Бог Солнца там. Но все равно Бог Солнца меня не заставит. Нехорошее время говорить. Виноград не так пахнет, как мята. Ой, как хорошо, раз утро выпил, весь день свободен. Я что, сейчас буду лопатой и киркой там работать? Да, вы меня плохо знаете. Максимум видео сниму там. Этот, как я виноград, как я грецкий орех привел. Ну что, ребятушки, и т.д. и т.п. короче, пока-пока всем. Ну, по-моему, все понятно и без слов. Пока-пока. И напоследок я вам скажу, послушаем звук волны 2021 год. А, вспышка уже не включается, не знаю почему. Всем добра, ребята, чтобы добро вас всех оберегал от зла и т.д. и т.п., ребята. Пока-пока. Вот такие вот пироги, ребята. Напоследок я вам скажу, что всех людей, которые ценят мир во всем мире, я всех люблю. Которые ищут только мир во всем мире. Все остальные ребята, извините, пожалуйста, но в моем списке не входят. Я сам такой, понимаете, да? Я сам такой. И я хочу, чтобы весь мир был такой. Чтобы везде искали мир. Чтобы всегда искали мирное выхождение из ситуации. Чтобы все искали мирное выхождение ситуации. Ну все, ребята, пока-пока, короче, вам. И не хворать. Хэнгэнацуалицу койласа.